Всем привет! У нас на обзоре от торговой марки Венера слегка острые маринованные перчики халапеньо. Объем 250 мл, масса нета 240 грамм, масса продукта 150 грамм, произведены в Турции. Покупал на Озоне 170 или 180 рублей. А также торговая марка Vital или Vital, перец острый маринованный, произведено в Армении. 500 мл объем, покупал здесь, в городе, цена 185 рублей. Попробуем, поделимся своими впечатлениями. Первый перец пробую, порезан такими кружочками. Кисленький, а потом чувствуется острота. Достаточно, по моей классификации, на банке заявлено слегка острый, да он не слегка острый, а достаточно. Теперь другой перец армянского производства. Он не нарезан, поэтому прошу прощения, поставлю на паузу и возьму небольшой кусок. Продолжим. Пробуем. Но, по крайней мере, после первого перца ощущение остроты наступает позднее и не такое ярко выраженное. Но брать можно, что тот перец, что этот.